Итак, всем привет, с вами Виктор Нитромах, и сегодня я снова играю в НХЛ-ку. Вот. И играю сегодня дома. Буду. Против, так, пингвины. А давайте против пингвинов. Нет, хотя, нет. Я хочу, чтобы ко мне там, где они были. Где-то тут они были. Сейчас найду. Так, ну где вы? Или вы не тот? Вот они, вот они. Акулы. Играем. Да, как обычно, все тут. На уровне мастерства новичок, потому что... И я продрал, у меня вылетела игра. Так, вот как выглядит стадион. Артукин. Покажут я. Марк Смит. Джей Торрингтон. Рекс Купер. Евгений Набоков. Пам-пам-пам-пам. Ну все. Так, да, кстати, я тут этого чела добавил нового. Лаврентий, вот я его, наверное, уже успел увидеть. Так, вот он. Так, я ему даю пас, ок. Ей, он забил. Ты бьешь, вообще меткий чувак. Да, он создал, ну, он получился на 0,8 лямов, вообще мало, да. Ну, как другие. Просто некоторые характеристики завысил, некоторые вообще понизил, да. Так что он вообще не идеальный игрок, у меня только Купер, который пропустил всего лишь один гол. Да, в прошлый. Блин, этот схватил. Он вообще не... Да блин. Что-то мы сегодня немножко расслабились после победы. Ну, конечно, можно. И можно, главное не проигрывать. Так, нужно было дать... Вау! Ну, его что-то Дэм называют. Дэм. О, видите? Он вообще неуклюжий, но бьет метко. Вест Скотт, давай посмотрим ему. Блин, мужчин может потерять эту шайбу, да? Так, давай. Бульвар де Капучино. Купера хрен пробьешь теперь. Потому что у него была ошибка.
Профессиональный, наверное. Ладно, расслабился Купер, я могу сказать. Надо было... Молодец. Где там? Все-таки его надо теперь защищать, потому что он реально расслабился. Ах ты, блин, ну кто так дает? Это просто мочил его за шайбу. Еее, еще один гол. Во. Да болит мы не доведем. Все-таки не зря на него надеялся. Он, конечно... Ох ты, блин. Модри. Посмотрим как. Во. Что-то Купер расслабился так, извините. Дубиш. Ну, Лавренти два гола забил, но у него будет хет-трик, наверное, в следующем. Вот он в куче. Да, конечно, сделал я ему фейску не очень. Дубиш, вот он упал. Вот он опять упал. Куча падений, давай. Нет. Это не он был просто. Так. Вау. Вот Купера забили. Вообще так вообще нелепо. У меня сзади залетело. Просто я стойка лучше, чем бабочка. Надо все-таки будет сделать второго вратаря, конечно, не такого крутого, как Купер, но все же там ему сделать стойку бабочку. Чтобы он на замену иногда выходил. Вот оно так вот забил. Вообще так. Вообще, да. Но он меткий. Вот. И... Вот они уходят. Так. Уходят. Так. Ну и пауза. Итак, продолжаем. Так, нужно наперед всегда выкидывать. Ох, ты куда поехал? Лавренти, давай! О, смог выбить шайбу. Так, Смит, пасуй. Так, Дэд. Или Дэм. Ах ты. Как? Блин, да. Купера обвели вокруг пальца. Хотя стойки у него все хорошие. Но это вообще, конечно. Так. Нужно уехать. Ах ты, блин, Амаха. Да, он, если бы там никого не было. Как? Это... Джо...
Блин, Купер совсем расслабился, я ему тут устрою встречку. Получу ему 8 лямов, а он оказывается ли... Так. Нужно доехать. Он еще быстрый? О, жутко. О, жутко. Да где ты его? Понятно, Купер. Ладно, я не буду смотреть, но я видел, как это по-моему получилось на записи, если что. Обвели вратаря. Мы на хитрике зациклены. Она у нас будет заклинена. Пусть они там сами. Блин. Да, вообще так. Куперу забили целых 2 гола. Ну, это ж надо. Теперь у нас счет сравнялся, черт. Ну ладно. Вот так вот, даже эту бутылочку с водой, ты дышишь. Хитрик нужен этому. Так, ну, наверное, уже все это, ну, я имею в виду с этим. О, его вообще так нагнули туда. О, ура. Вот наши уходят. Кайрнс. Арена пустала. Наш символ. Но мы выиграем этот раунд. Так, короче, тут на Варентине нету, кажется, все так. А, нет, вот он. Блин.
Модри. Хет-трик у него еще. You are the best. Понятно. Вообще дырявый. Купер лег. Ладно. Купер Раша поймал. Так, давай. Я, наверное, в каде поиграю. Просто там обыграю все команды. Расслабон у этого на воротах. Ох ты, блин, намаха. Я говорю, развернись! Thank you.
Чё с ним? Нет, блин. Я понял, сейчас будет игра до первого гола, так. Так, ну... Ах ты, блин! Чё плохо держишься? Более ты. Надеюсь, куб не оплошает. Так, ладно, этот повтор пропустим. Булиты, давайте. О, Лаврентий первый бьет. Еее, все. А, нет, не все. Лаврентий Малор. Промазал. Ладно. Так, давай. А, нет, это не наш. Так. Так, не забил. Малор. Блин, переживать за кубок, конечно, это... Так, давай. Марло. Давай, еее! Все, мы победили. Ура, мы выиграли булиты. Благодаря Лаврентию. Так, третья звезда, Смит. Вторая звезда. Кто это? Андрей... Да. Так. Ну. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Никто на Электромах. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Никто на Электромах. Всем удачи. Всем пока-пока.